представляем полуавтоматический сварочный аппарат Risanta Saipa 500. Он предназначен для механизированной сварки в среде защитных газов и их смесях, сварки порошковой проволокой и ручной дуговой сварки. В этом видео мы расскажем о комплектации данного аппарата, его настройке и сферах применения. Сварочный аппарат Saipa 500 поставляется в защитной деревянной обрешетке, упакованной в прочную картонную коробку. В комплектацию данной модели входит сам сварочный аппарат, транспортировочная тележка с ящиком для инструмента, механизм подачи проволоки, газовый шланг, управляющий провод, силовой провод, цепь для фиксации баллона с защитным газом, сварочная горелка, кабель с клеммой заземления и кабель с электрододержателем. Для продолжительной работы на высоком токе возможно подключение системы жидкостного охлаждения с соответствующей горелкой. Для работы в режиме MIG-MAG подсоедините к сварочному аппарату кабель с клеммой заземления и силовой кабель к разъемам плюс-минус, а также управляющий провод в соответствующий разъем. Затем подключите силовой и управляющий кабели, газовый шланг и газовую горелку с воздушным охлаждением к подающему устройству. Для установки системы жидкостного охлаждения подключите красные и синие шланги в соответствующие по цвету разъемы к механизму подачи проволоки. Для работы системы жидкостного охлаждения необходимо заменить горелку с воздушным охлаждением на горелку с жидкостным охлаждением. Для работы в режиме ММА подсоедините к силовым клеммам сварочного аппарата кабель с клеммой заземления и электрододержателем. Для настройки режима MIG-MAG нажмите кнопку переключения режимов MIG-MMA на сварочном аппарате. Для работы в двухтактном или четырехтактном режиме нажмите кнопку 2T4T на сварочном аппарате. Регулировка индуктивности осуществляется с помощью соответствующего регулятора. Выставленные параметры отображаются на дисплее. Регулировка напряжения и скорости подачи проволоки осуществляются аналогичным способом. Принудительная протяжка проволоки осуществляется нажатием соответствующей кнопки на механизме подачи проволоки. Для настройки режима ММА нажмите на кнопку переключения режимов MIG-MMA на сварочном аппарате. Для включения режима ВРД нажмите соответствующую кнопку. Регулировка силы тока и форсажа дуги осуществляется с помощью соответствующего регулятора. Выставленные параметры отображаются на дисплее. Полуавтоматический сварочный аппарат Risanta Saipa 500 отлично подойдет для судостроительных предприятий и машиностроительных заводов. Его можно использовать на производстве, строительстве, автосервисе и многих других сферах. Хороший провар металлической заготовки и высокое качество сварного соединения достигается за счет стабильного напряжения дуги.